Регион, он как живое существо, как человек, сам по себе развиваться не будет. Без труда, ответственных и волевых решений застопорится на месте. Как и у людей, потенциал кроется в интеллекте, причем в самом обширном его понимании. Ульяновская область среди условной интеллектуальной олимпиады областей, по мнению Роспатента, чуть ли не гений регионов. Мы в топ-5 по России и первые в Поволжье. Критерии оценок – коэффициент изобретательской активности. У региона огромный потенциал, именно это и зафиксировали цифры нашего индекса. Уверен, что в заданном режиме 2022 года тот темп, который взят, он позволит закончить регион с профицитом даже и по количеству заявок на изобретения, и по количеству заявок на товарные знаки. В целом предпринимательский сектор по своим уникальным изобретениям развивается стремительно. Лидирует по заявкам на регистрацию патентов IT-сфера. Сработал обратный эффект санкций. Иностранный софт ушел с рынка. Накодили свой, еще лучше и практичнее. Количество поданных заявок на товарные знаки среди всех сфер более 400. Это в том году. За 8 месяцев 2022-го прошлогоднюю цифру уже обошли. Чтобы этот темп продолжал расти, организовали семинар. Представители бизнеса, экспертов, правительства региона. Основная цель – донести до всех, что правительство готово и будет оказывать правовую помощь в грамотной регистрации интеллектуальной собственности, тех же патентов и товарных знаков. Мы проводим семинар, как рассказать, как сделать так, чтобы малый бизнес, средний бизнес использовал этот механизм вот, интеллектуальной собственности для того, чтобы повышать свою капитализацию, увеличивать бизнес, брать кредиты, получать налоги, а это тоже возможно. Такой семинар планируют провести и в следующем году в расширенном формате, в духе научной конференции. Павел Патряков, Сергей Рябухин, репортер 73.